Россияне теперь могут узнать свой персональный кредитный рейтинг. Он учитывает степень долговой нагрузки, наличие просрочек и возраст кредитной истории. Чем выше баллы, тем меньше кредитный риск и, вероятнее, выдача банкам нового займа. Кроме того, в стране вступили в силу нормы, по которым предельно допустимый уровень долгов будет ограничен. Такое нововведение связано со стремительным ростом задолженности перед банками второго уровня. По данным Центробанка России, уровень долгов граждан уже достиг 15 триллионов рублей. Подробнее о том, что происходит, когда долги растут быстрее доходов, расскажет наш СОБКОР в России Дана Нуржан. Согласно официальным данным, 8 из 10 россиян имеют высокий кредитный рейтинг. У них нет проблем с выплатой долга. Но у каждого десятого этот рейтинг неблагоприятный. Дмитрий Коробов – один из многих, кто новым займом пытается расплатиться по старым долгам. Взяли машину в кредит, остался без работы, взял микрокредит, чтобы погашать кредит за машину. Денег все равно не хватило, в итоге остался я без машины, но с двумя кредитами. В конце января в России вступил в силу закон, по которому размер долга по займам и потребительским кредитам сроком до года не может вырасти больше, чем в 2,5 раза от взятой суммы. Дальше начислять проценты, а также штрафы за просрочку теперь запрещено. Меры пришлось ввести из-за стремительного роста задолженности. В 2018-м долги россиян по кредитам выросли на рекордные 23%. Это самые высокие темпы за последние 5 лет. При этом реальные доходы в прошлом году не росли, а наоборот падали. Злостные неплательщики в конце концов сталкиваются с коллекторскими службами. Мы работали исключительно по закону. У нас 2 этапа общения с должниками. Это софт и хард. Мы изначально обзванивали должника, просили оплатить долг. Если это никак не воспринималось должником и не реагировал ни на что, мы встречались лично, пытались донести до него, что лучше оплатить. Если этот способ не помогал, мы передавали дело судебным приставам и в суд, что в конечном итоге для должников выходило намного дороже. Так получается, что долг растет как снежный ком. И в первую очередь это касается микрокредитов. Как правило, микрофинансовые организации предоставляют кредиты домохозяйствам с низким уровнем финансовой грамотности. Как правило, низкий уровень финансовой грамотности коррелирует с низким достатком. Рынок микрофинансовых организаций, который предоставляет займы, условно говоря, до зарплаты, он относительно невелик. И я не думаю, что ограничение этого рынка сверху как-то радикально исказит в целом в макроэкономическом смысле спрос и предложение на рынке кредитования. То есть я думаю, что да, несомненно, часть домохозяйств не сможет взять кредит. Но нужно подумать, нужно ли им в принципе было бы брать кредит под столь высокую процентную ставку, допустим, 500% годовых. Аналитики все же прогнозируют, что рост кредитования продолжится несмотря ни на что. Но пытаясь загнать кредитные организации в более жесткие рамки закона, государство пытается не допустить перегрев рынка. Дана Нуржан, Александр Любителев, Россия, Хабар 24.